Милат Алирзаев и Рафи Хусейнов. Руководитель ковра Алексей Базовик. Арбитр Борис Ютимиров. Боковой Кикан Сайдян. Поехали. Это греко-римская борьба невольная. Прошу не путать. Так, активнее начинает действовать Милат Алирзаев. Да, друзья, и мне вот написали, что у съемочной проблемы, это у съемочной бригады проблемы в Владикавказе. От них передача идет такая. По нулям, по нулям. Ждем первую оценку, первый activity time. Да, один балл дают Милату Алирзаеву. И теперь надо реализовать партер. Астемир, у съемочной бригады во Владикавказе какие-то проблемы. На основном официальном сайте тоже, друзья, такие же проблемы, поэтому не переживайте. Такая картинка у всех. Так, пытается, поднимает. Дорабатывает. Да, здесь 4 балла, друзья. Здесь есть 4 балла. Есть бросок полноценный, 4 балла. В опасное положение. 5-0 счет. Должно быть хорошо меня слышно. Не может быть такого. Раз, раз. А мы сейчас его... Мы его сейчас просто заблокируем и все. Тридцать секунд остается. Хорошее начало у Милата Алирзаева. Получил балл за активную борьбу и провел бросок четырехбальный. Да, еще выталкивает за ковер, друзья. 6-0. Счет становится. 2 балла не хватает до чистой технической победы. Но здесь уже время. Сейчас уйдут на перерыв. Можешь во втором. Рафи Гусейнов, можешь во втором периоде сможет реабилитироваться. Мастер спорта международного класса. Бронзовый призер чемпионата мира. Обладатель кубками. Чемпион мира до 23 лет. Родом из Дагестана, но не проживает в Махачкале. Представляет Российской Федерации. Милан Алирзаев. Его зовут. Ему 35. Он все сетки, друзья, у нас есть в телеграм-канале. Можете посмотреть полностью и выход. Кто за кем выходит, порядок выхода на ковер. Это у нас уже 7-я схватка. Красноярск. Спасибо, друзья, за поддержку. Здесь надо попробовать трафику активнее, но не дает. Не дает Милат Алирзаев. Пойти в актив, сам напирает, сам начинает атаковать.
Да, да, Серафим, «Спорт без границ» переименовали на мировую стриминговую платформу в Wrestling TV. Шесть ноль. Две минуты бороться. Садулаева и Жабраилова сегодня не будет. Их не схватка. Прикидка будет на сборах в Сочи. Две минуты. Нет, чеченцев нету. По крайней мере, в этом карде нету. Одну минуту бороться осталось. Рафик ничего не может сделать. Милата Алерзаева все по счету устраивает. Нет, смотри, есть 2 балла. Есть, ошибается здесь, берет 2 балла. Так, а после этой схватки у нас готовится женская борьба. Ханум Велиева, Россия, и Ирина Рингачи будет Молдавия. Так, в глаз попал. Нечаянно попал. Сразу извинился Милат Алерзаев. Тридцать секунд остается. Да, все понимает уже Гусейнов. Рафик дожимает до победного Милата Алерзаева. 4-3-2. Победа. Поздравляю Милата Алерзаева. Вторая победа у нас. Демислам Баматов в греко-римской борьбе первую победу принес. Издец Милат Алерзаев. Сейчас будет первая схватка по женской борьбе в Wrestling Woman. Победу в этом поединке одержал Милат.